лет работал в модель, и мне 15 лет, начиная от опера, заканчивая начальником отдела, работал честно и достойно. Основная причина – ложь, ошибки Димы Кирилова о том, что я якобы причастен к действиям таким незаконным требуемым нашей страны. Это их не отнесли за то, что в прошлом году под моим руководством в ходе определенных оперативных мероприятий была доказана, в настоящее время доказывалась их вина, причем порядка 20 с лишним преступлений. Сам Шайхутдин Кирилов в настоящее время предъявлено обвинение свыше 20 эпизодов преступных действий, в том числе части 1 статьи 230 «Организация преступного правосудия». Вообще, скрываться я никуда не собираюсь. У меня семья, дети, больные родители. И такого давления и головы никогда не было, чтобы оказать отношения свидетелей либо участие в суде производства. Если вы не репетите. Спасибо.